Но я все же знаю пару инопланетных существ, которые явно забыли, какова их задача на этой Земле. Одно из них – Пригожин. Глава ЧВК Вагнер заявил, что у него в ЧВК, оказывается, служил сам сын Пескова. Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл законченным либералом, своего сына, который часть жизни в Америке прожил, по-моему, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел, говорит, забери его простым артиллеристом. Кстати, отработал абсолютно нормально. Простым артиллеристом по колено в грязи, в говне, урагане. Мало кто об этом знает. Да, вам не послышалось. Песков сам своего сына якобы отправил. Доказательств, конечно же, нет. Но какой посыл? Кстати, ранее сын Пескова, Николай Песков, утверждал, что воевать он не собирается. А когда его под видом военкомата приглашали проявить патриотизм в окопах, сынок заявил, что будет решать этот вопрос на другом уровне. Что ж, теперь мы знаем, кто такие миллион американцев, которые, по рассказам мясника Пригожина, якобы подали заявки в Вагнер.